Всем привет, это Travel Авиабилет. И сегодня мы отправляемся в Калининград, чтобы проехать по побережью Балтийского моря, побывать в городах Зеленоградск, Янтарный, а также побывать в самом Калининграде. Смотрите нас, поехали? Да. Вот это да. Дамы и господа, добро пожаловать в Калининград, международный аэропорт Храброва имени императрицы Елизаветы Петровны. Спасибо большое за полет вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания, всего доброго. Марк. Итак, мы прибыли в Калининград, аэропорт Храброва. Наконец-то, да, после всех приключений наших уральские авиалинии сегодня показали высший класс. Так, мы в Зеленоградске. Вот утром решили выйти прогуляться к Балтийскому морю, насладиться свежим воздухом. Море чистое, сами можете посмотреть. Песочек. Это сеть, в нее рыбу ловили. И на удивление здесь довольно чисто. То есть все, что мне попалось, это вот эта сеть и кусочек стекла, уже обточенной водой, которую я нашел непосредственно в самом море. Сейчас мы отправимся в город, немножко погуляем по городу, потому что купаться еще рано, хотя я вот заходил только что в воду, вода уже теплая. Но обстановка и атмосфера здесь, конечно, волшебная и потрясающая, нам очень нравится. Цветочки растут, тут скамеечки, вот можно посидеть, отдохнуть. Подышать морским воздухом, благо море вон за нашей спиной, тут за забором находится практически. Вот. А еще, кстати, что хорошо, тут много хвойных деревьев всяких растет, вот можно увидеть. Здесь они. Здесь. Здравствуйте. Здравствуйте, соседи. Здравствуйте. Ну, на самом деле здесь всего лишь несколько улиц, поэтому город-то маленький. Все это имеет такой европейский вид. Все лениво гуляют, хорошее кафе с небольшими ценами. То есть на фоне Сочи здесь вообще можно прекрасно оттягиваться. А вкупе еще с тем, что здесь море чистое и теплое. Ну вот сейчас, во всяком случае, в августе. Улица как раз подходит для такого неторопливого прогуливания, променада. Наслаждение морским воздухом, который здесь чувствуется повсюду. Много народу в августе здесь отдыхает. Пляжи чем-то напоминают местами Сочи, но здесь пляжи песочные. И это очень важно, потому что удобно, удобно. Конечно, приносишь в итоге песок себе в номер, но это можно и помыться, в конце концов. Но заходите купаться, кайф. Причем заходишь в воду, и я думаю, там метров, наверное, 30, вообще маленькая глубина, для детей самое то. Марк, как тебе купание? Расскажи в Балтийском море. Ну, как-то так себе. А почему так себе? Холодно. Холодно было разве? Вода немножко холодная. Я умею плавать, но у меня хоть и есть спасательный жилет, я умею плавать. А? Но я там иногда. Но у меня в рот, я сегодня вон купался, мне попала в рот два раза соленая вода, очень соленая. Да нет, здесь она не такая соленая, как в Черном море. И на самом деле и не такая холодная. Здесь вообще своеобразный климат. То есть с утра действительно холодно, ветер холодный, но при этом вода теплая. Вот. А вот мы купались где-то было, наверное, часов 11. Ветер был холодный. А вот сейчас мы ездим, ветер очень теплый. То есть климат тут меняется очень резко, поэтому... Но отдыхать самое то, честно говоря, мне очень нравится. Привет, дружище. Это она, девочка. Это она. Привет, подруга. Привет, как у тебя жизнь? Она не дает комментариев. Пойдем, Марк. Давай, иди. О, еще один тут есть. Видите, тут сколько котов. Здесь коты сплошные. И смотрите, какие светофоры тут интересные.
такой вот светофор, типа котик ходит. Это... Вот так вот. А вот смотрите, еще особенность какая. Вот такие вот мигающие пешеходные переходы. То есть на них, когда едешь, вот невозможно не обратить внимание и не увидеть. В темноте это еще и выглядит эффектно. То есть если ты едешь такой в трансе уже за рулем, ты обратишь внимание на пешеходный переход, а тем более на пешеходов, которые могут переходить дорогу. О, вот турник-то, пап. Турник-то спросом пользуется, Марк, да? Ага. Будешь висеть? Нет, ты будешь. Я буду. Я тоже буду. Итак, мы подходим к водонапорной башне. Главной достопримечательности Зеленоградска. Или Зелика, как его тут принято называть. И хотим подняться вот туда, на смотровую площадку наверх. Вау, какая она красивая. Тут же кофейни есть. Ну, пойдем. Зайдем на экскурсию. Посмотрим. Посмотрим вот здесь, с краю. Сереж, не разреши, то, что нельзя. Здрасте, почем? 280 рублей стоит билет для взрослых. Вау, аккуратненько. О, смотри, как красиво. Смотрите, отсюда видно море. О, а вон там вот наш отель встречал. Да. Вот, вот это класс вообще. Вот это класс. Папа, вон там вдалеке корабль. Да. Завод. Я вижу, да. Вот, посмотрите, какой прекрасный вид открывается отсюда. Есть вот такая штука, чтобы монеточку бросить и смотреть. И ветер здесь очень приятный. Ну, давайте вокруг попробуем пройти. Марк, иди сюда. Опа. Да. Смотри, там есть макет. Там, смотри, есть мотоцикл, который не ездит. Вау, мы потом его посмотрим сходим. Я сяду на него. Конечно, пойдем. Ого, как красиво. Да. Ой, как я люблю. А здесь просто жилые районы можно посмотреть, Зеленоградска. Это не полосочка, это след от корабля какой-то. А, ну пусть, хорошо, пусть будет по-твоему. Там краны, райончик, видимо, новый строят жилой. Да. Там кто-то кричит. Папа, мы разворачиваемся. Да, мы кругом прошли с тобой и посмотрим все. А вот и Марк. Привет, Марк. Я потерял. Итак, мы спустились на 5-й этаж водонапорной башни. Здесь располагается музей котов. То есть все про котиков. Ну, тут просто всякие сувенирчики, игрушечки такие. Полюбоваться, посмотреть на котиков. Котиков же все любят. Да. Порадовать детей. Ну, давай, показывай. Мне вот больше вот это вот понравилось больше всего. Да? Ага. Ага, ну. Хэллоуин. В общем, тут такие задабривающие всякие штучки. Сейчас вам все покажем. Вот окошечко. Смотрите, кот на велосипеде. Вот корзинки. Корзиночки, котик, да. Да. Я вам еще сейчас покажу. Все это подделочки разные. Для девочек котики. Hello Kitty. Совсем невинные ящики. О, папа, смотри. Да? Да, тут выставка, значит, всяких картинок. Вот, смотрите. Вот такая вот выставка с котами. Смотрите, котик. Котик-наркотик. А вот еще. Вот еще котик-наркотик. Ага. Сколько тут красивых котиков. О, смотрите, котик-царь. Гениально, да, придумать все про котиков. Кто не любит котиков? Ребята, смотрите, как котик что делает. Да, картиночки. Пойдемте дальше. Итак, мы посетили смотровую площадку и музей кошек на водонапорной башне, которая находится в центре Зеленоградска. И сейчас мы отправляемся дальше.